Все, мы вже приїхали додому, Ніка пыталась погулять с дитиною, ніфіга, Давид ніяк не хочет гулять. Все, вернулся наш. Вернулся. Наш пужатик, наш крысёныш маленький. А, боже, як уже давно крика цього не було. Все, 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 мама любе свого синочка. Мама любе, да. Да. Все, все. А, да, кстати, надо памперс поменять. Я воду ему поставил. Уже закипятив. Да? Я, хай остывай, в жовту чашку перелив, короче, чтоб... Все, мама, мама. Все, все, сейчас пошмотрим. Ой, каким он плачет. Ой, мой крошавчик, скоро мы тебя уже похрестим. И все, и покажем тебе. Пусть тебя уже бачат. Даже знаю, зачем мне нужно его увидеть, чтобы поговорить. Даже знаю, что ты... Он совсем на тебя не похож. Он вообще ни на кого не похож. Точно не их ребенок. Или его подменили. Они его украли. Давид, тебе тети такие подарки присылают. Ага. Ай-яй-яй, такие тети у тебя хорошие. Женя, надо его покупать, а то мы сегодня не купали никогда. А, блин, да. Сегодня, знаешь, будем купать. Надо покупать. Такие тети хорошие дарят подарки. Давид. Тепло здесь, да? Тепло? Да, Мыся? Да. Ну, такие взрослые ставцы, вообще пипец. Ребенок. Школа первый класс. Скоро нам будут отправлять портфелики ему в первый класс. А фу, то, написал. А то еще пишет, что скоро нам будут крупу присылать. Да? Да, скоро им вообще будут крупы высылать, макароны. Ого, ничего себе. Да. Блин. Ой, ты ой, все, все, обратно кашка сорта. А он прям веселый, когда он у него... Ох, и мама, мама соскучилась за сыном. Ох, и мама соскучилась за сыном. Какой красивый, смотри, какой, какие мы красивые. Пужатик маленький. Ну, показывай. У нас же порно-канал. Порно-канал. Чё, блин, я забыл. Да у нас же порно-канал, то да. Чё ты? А я думаю, чё Давиду нравится голым гулять. Угу. Он, кстати, уже став спокойнейше чуть-чуть. И оце... Но в коляске ездить не захотел, плакал. Угу. Еще ты моя Мыся, ты мой котик, ты мой котик. Котик. Ёпа моя, ёпа. Мамин сыночек, мама его выносила, а? Да. Такого бублика, да. Такого маленького крощеныша, да? Какой он красивый, ты у меня самый красивый ребенок. Да, у каждых родителей самая красивая дитина, у каждого. Нельзя сказать, что... Я считаю, как женщины не бывают некрасивые, так и дети бывают некрасивые. От. Что? Пукает. А, я думал, какнул уже. Нет. Мы бы это увидели. Или почувствовали. Где? Надо будет тебе по нутрилам комфорт съездить. Я только от перукаря. Мене спідстригли, не знаю, подобається вам чи ні. В общем, по ділу кажу. Їду зараз за вашими посилками. Буду забирати ті посилки, які нам відправили підписники. Далі. Треба вже хрестити нашого сина Давіда. Зараз треба ще мені заїхати до церкви. І в церкві вже попитати, як це робиться, що робиться. Бо я взагалі нічого не знаю. У нас погода дуже така вже слегка прохолодна. І дождлива. Ніка сидить з малим. Я більш-менш виспався. В 6 ранку ліг. І ось до 12 я спав. Даже в 7 я ліг, в 7.30 я ліг, до 12 поспав. Ніка сидить зараз з малим. Друзі, не повірите, пройшло аж 3 великих посилки. Ну, 2 таких великих, одна маленька. Ви дивіться, це ж надо, а? Ось церква. Ось тут будемо ми... Будемо хрестити Давіда. Домовився, так що будемо хрестити Давіда? Скоро ви це все побачите, я думаю, що я буду все знімати для вас, як воно, бо я вперше вообще з цим штовхнувся. Ну,
Кот, ти знаєш, що нам там передали? Піпець, ти офігієш. Зараз покажу. Це ж кофта? Блін, ребята, ви подивіться, як красиво. Ти можеш ще світ включити? Це кофта? Да. Да, і тобі класно. А ну сюди вийди, щоб було видно. Давид! Да, тобі вообще класно. Короче, сейчас Ника міряє вещи, нам прислала девочка. Як її звуть? Не помниш? Сейчас посмотрю, не помню. Ника все міряє, тут дуже багато вещей. В общем, сейчас потихоньку міряє. Ну мені нравиться, як тобі, тобі дуже класно. Сейчас, да? Угу. Я тебе не вижу, я потом все... на відео посмотрю. Давид, ну пипец. Як? Сейчас. Блін, не на... На сушку, на. Ну, Ник, у неё Катриша. Катриша? Да. Катриша. Катриша, это... Там надо на сетом написано. Катриша. Ну, красиво. Мне нравится. Блин, что делать с ним? Ну, покажись. Ну что, если на плечику, то красиво. А что, на красиво? Красиво. На плечику? Да, так хорошо. Давно и на плечиках, и не на плечиках. Тебе дуже гарно, я тебе говорю. Ну, ты же сказал на такое. Не, классно, мне нравится. Подивись, пожалуйста, на коробке. Кто? А, точно, уж на коробке написано. Я знаю, что место Одесса. Девочка целая. Катя, я же говорила. Капустян Катерина Володимирівна. Місто Одеса. Девочки, спасибо, да. Так. Отправила Ніки. Ніка зараз міряє, що їй підходить. А это не платье, наверное, да? Не знаю. Это, наверное, так? Или что это? Ну да, это не платье. Ну да, такая интересная штука. Ну это под что-то черное, это явно не подойдет. Тише. Ну что? Я себя чувствую Аллой Пугачёвой, она такая вся, рукава летящие такие. Сейчас. Ну, классно. Подключи там свет, да, пусть будет. Ну, в этом я такая, более домашняя. Такая ненарядная, это такая какая-то очень скромная. Не, ну прикольно, мне нравится. Джинсы пока, да. Самый этот. Не хочет спать, пипец. Все. Папа тут, папа тут. Це коліки, ребят. Оце йому так коліки б'ють, що вообще прям. Папа тут, мой мальчик, мій синочок. Папа тут. Отак спить і резко починає кричати. Папа тут. Мой маленький носик. Мой мальчик, мой синочок, мой. Папа тут. Ух ти. Ну, дуже красиво, а ну сюди вийде, де... Тільки там не застегнуто. А, ще ззаді треба щось? Ну, я не дотягнуся, а ну очі. Ну, я теж не можу, бо в мене, блін, на руках. А ну. Ой, тут же ж труси були, видно, що ж ти не скрив. Ну, що ж ти. А ну, назад відійди, ще аж до шкафа, да? Ну, класно. Я улетіла. Улетіла. Красиво. Ти що? Да? Так, ти що? Воно сюди вийде, да, до шкафа ближче. На кого я похожа? Так, ти що? А? Така вся, бляна, моя морковочка. На кого я похожа? А ну повернись попочкою. Покажи, як тобі ззаді. Свічусь, да? Ні, воно нічого не просвіщається. Ні, ну воно блістить. Да, таке хороше, легенька, нарядна. Да, тобі добре дуже. Мені може на Кришні на кролику пойти? Кстати, да, воно интересно. Платье. Як зелёный ты одела, хороший, это бийце, тобі хорошо. Це наряд. Нарядный такой. Да, ладно. Угу, подивись. Ну шо? Ну да. Непогано. Наряд. Плохо в сисечке оно. Я лифчик не смогу надеть, оно очень. Ну да, да, він на сисі. Ну да. Такое коротенькое, нарядненькое, да? Какая-то жена депутата.
богата. Да. Такая. Не, а что, может и лифчик, кстати, у тебя получится. Ну, оно честно очень. Да? Я так не натянула. Ну, тогда... Так ты что? Ого, может еще стрипс танцуешь? Туди відійди до шкафа. Да, воно ж ближче. Ну що, танцевий стріп. Слушай, я таке чувство, що ти ще скакати будеш. А ну передом, передом покажи. Ну красиво. Прикольно. Вау, ну ти що? Ого, мадам. Ти, звісно, прям вообще, я тобі говорю, тобі дуже хорошо. Ну як? Ну, вообще, баста. Как лучше, с рукавом или... Красиво. И так можешь. А лучше как? А ну, опусти тот. Да. Вау, тебе дуже красиво. Да? Да, мне дуже нравится. На кого я похожа? Катя дуже красивый тебе вещи продала. Тебе сейчас понравится? Да? Да ты что, да, ты вообще просто меня поражаешь. Красиво. Скажи. Угу. Вообще. Мне дуже нравится. Классно тебе, честно. И на пробочки пойти. Вообще куда? В любое заведение. Ну, я же не пойду так. Нет. Ну, все так где-то пішли на ужин, покушали, там сходили в кафешку десь. Ну, так. Да, красиво. Угу. О, клас, стрип танцует. Вау, да ты шо? Все. Мне нравится. Классно. Вообще, Ника, я тебе говорю. Вау, так ты шо, на попочке тоже красиво. Хорошо садится спины. Все, чтоб я тебя в них бачу. Спать мне? Вообще класс. Ух ты. Как тебе? Классно. А мне снизу за ужины. Красиво. А, ну да, мне нравится, да. Так... Ой, классно. На попе красиво. Да? Да, воно, понимаешь, воно коли сзади красиво, воно вообще будет классно. Если жопа есть, значит хорошо. Да, коли попа есть, да. Мне дуже нравится, коли сзади воно все выглядит. Угу, дуже красиво. Класс. Ну, та ты ж вообще супер. Приятели меня немножко. Да, Катя, да? Да, Катя. Катя, велике тебе дякую, сонечко. Дуже-дуже дякую. Какие в тебе будешь масочки. Давай откроем посылку. А, кстати, кто прислал? Тать, там есть посылка, да-да-да. Я думала, что это моя, а это Женина. Это не моя посылка, просто вайковый пикник. Но имеется в виду, есть девочки, которые присылают мне, а есть, которые Жене. Горбенко Марина Сергеевна. Світловодськ. Світловодськ, а ну. Друзі, не можу так вам більш детальніше познімати, бо у мене зараз, блін, малий лежить. Сашко лежить. Пісюн лежить. Пісюн лежить. Як в програмі, так? Да? Сашко лежить. Ексі, так? Так, це Суліма говорила. А, ну. Екселент, що ти лежав. Нічого собі. Здесь то, что я люблю. А ну. Что это? Ну не знаю, маски. Ого. Это так богато. Это мне все. Это так богато. А еще хейтеров моих личных очень раздражает, когда я открываю посылки и говорю: вау, класс, вау. А, это раздражает? Ну, они говорят, что я постоянно только то и дело, что говорю на все: вау, класс. О, значит, правильно ты все робишь. Роби все. Далее. Значит, вау. Улитка. Это охотина, как у меня дома. Угу. О, это все маски с Евы, походу. Такая у меня была. Котенок, я ж котюня, у меня такая маска с котиком. О, с арбузом у меня не было. С арбузом дорогая, поэтому я ее не захотела брать. А я ж... Дорога, да? Да. И вот такую я хотела взять. В Авроре продается, но пожлобилась. Класс, как я люблю. Это все мне. И с авокадо, и с алоэ.
Это... Я прямо внимание на тобі зробив. Вокруг Даніча дає нам, блін, поснімати. Клас. Я в шокі. Спасибо большое. Пачі. И золотые, и черные, и даже такие наносребла даже. О, самая сердце. Пиу-пиу-пиу. Нормально. О, у Лёлика уже такая есть. Ой, класс. А, ремушка кукуруза. Ну пусть будет. О, еще одна громкая. Еще одна, покажи, покажи. Крабик. Просто подрякушки дарили вот такие, но они очень тихие. Ну вот так, не слышно. Надо очень сильно дергать. А нам подарили вот такую. Это вообще, да, она очень громкая. И это громкая. Класс. Салфетки. О. Это надо. Спасибо. Жопа. Вытерта всегда надо. Конфеты! Ой, покажи. Нет, покажи. Не дам тебе. Покажи. Это, ну, смотри, это мне, наверное. Мне знаешь, что нравится? Что? Они покупают одну тебе, одну мне. Это дуже приятно, да. Чтобы мы с тобой не ссорились. Одну мне, одну тебе. Чтобы мы не дрались. Да. И здесь, ну смотри, какая молодец. Да, одну тебе, одну мне. Молодец, мне вот это нравится. Кто это, да? Это Марина. Марина, дякую тебе, солнышко. И смотри, носочки. Они тебе, не мне. Ура! А это тебе серенькие? Дуже спасибо. Наконец-то мне, мне уделили. Хоть что-то я тебе, я. Да? Да. Шапка Лёлику. Покажи. А что-то мини... А как это слово? Мини? Соуп. А, сау. Саур, наверное. Блин, не знаю. Я просто... Ты же английский учил. Да, ну я уже забыл, что я. О, смотри, крем-присыпка под подгузник. Угу. Это перед тем, как заматывать... Жопу мазать ему, в общем. Класс. Дуже круто. Это спасибо велике, Марія. Ну, масками я вообще довольна. Спасибо большое. Спасибо, мою коллекшн пополнение. Да, оце девочка умничка. Спасибо огромное. Скажи. А, що ще хотіли сказати по поводу, поки не забули, по поводу посилок, що нам всі пишуть, засвітіть відео посилку. Много хто пише, да, о том, що вот скидывают посилку, говорят: мы же вам вышлем. А мы вам вышлем, вы же покажете видео посылку. Или вы когда будете меня отмечать там. Ну, в общем. Да, девчат, я вас просто дуже прошу. Тим, кто розуміє мене, не розуміє на українській мові. Тим. Ну, бачиш. Тим. Если вы присылаете, хотите нам сделать приятно, прислать посылку там Давидику, сыну нашему, да, или мне, или Никусе, пожалуйста, если это души, присылайте. Если вы хотите просто прислать посылку, чтобы мы распаковали ее и показали видео, вас засветить, назвать вас, ну, лучше тогда ничего не присылайте. Правильно, Ник? Да. Ну, це якось просто уже, ну, мы принимаем тільки ті подарки, які дійсно, вони від душі і... Ну, а душе оно делается просто так. Людям не особливо важно попасти на відео. Ми і так завжди всіх благодарим. Завжди. Скажи. Да. Просто, ну, а якщо нам пишуть по 250 раз, покажіть, пожалуйста, мою посилку відео, ну, це не є дуже, ну, я нікого не хочу ображати, нікого не хочу обіжати. Ну, просто, ну, как бы, маленькая просьбочка. Ми все равно всіх всегда поблагодарим. Но писать по 250 раз, пожалуйста, покажите посылку видео. Ребят, ну, лучше тогда не высылайте нам посылки, пожалуйста. Мы показываем... И как бы гордимся вами за то, что вы у нас вот от души это делаете. Нам не интересно, и мы не хотим, у нас нет желания принимать посылки, которые люди вот высылают лишь бы только для того, чтобы там как-то отпиариться, то ли, я не знаю. Ну, может быть, другие блогеры это на ура возьмут, но оно нам не дуже цікаво, честно. Мы все принимаемся для нашей дитини, мы ничего не просим. Ну, для нас. А говорят, что мы попрошаем. Да. Не, ну вот говорят, я... тебе идти на работу. Ну, я сейчас вот очень хороший ответ всем дал. Что, ну, мы не собираем посылки те, которые хотят люди пропиариться. То есть, если вы от души хотите присылать, присылайте. Мы же все равно упомянем каждого из вас. Хотя среди девочек есть такие люди, которые вообще отказываются. Они хотят, чтобы мы даже их не имена называли. Скажи. Да, есть.
Так что всех вас любим. И вы вообще, вы все умнички. И будем попрошайничать Жене дальше. Да, Марина, ура! Спасибо тебе большое. Катя, Марина, дуже вам дякую. Ой, кстати, сейчас надо показать то, что стоит в углу. Сейчас покажем все, что тебе передали. Все. Это, блин, забываю это слово. Ребята, кто знает, что это такое, короче, мы тут... Это... Забываю. Для воздуха что-то. Увлажнитель. Увлажнитель? Я путаю увлажнитель со свежим. Мы еще не разобрались, что это... Еще принеси, что там еще передали? Это... Увлажнитель? Он новый, коробка... Принеси коробку и все. Увлажнитель? Я просто не могу встать. А вы нам посоветуйте, может кто знает, что это такое, потому что мы вообще... Мы только распаковали и поставили. Не было смоги вам показать распаковку саму. Ось все така штука. Ось ми тільки розпакували. Да. Зволожувач, так? Да? Так. Да. Ну, дай покажу, може у когось є. Датчик температури та рівня вологості, індикація рівня води, режим безперервного зволоження. Це, говорять, дітям маленьким дуже треба, тому що пересохнуть, типа, сухий воздух, вони там боліють, кашляють, потім чихають. І термометр, гідрометр, це треба повісити. Здесь часы, температура и что-то еще. И там еще какой-то пульт был, я бачу. Пульт это сюда. Да? Как? А достань тут был какую-то здоровую херню. А я не знаю. Не-не-не, вот эту самую, увлажнитель этот, покажи ближе, бо я... Девчата, хлопцы, может кто бачит, у вас там семьи есть, у вас в семьях таке стоит. Расскажете, что до чего, как правильно пользоваться, бо мы еще неандертальцы, можно сказать. Да, надо. Штука классная, кто подарил? Сестра. Це прислала сестра Нікіна нам цілу посилку. Ми вже не розпечатували, бо не було змоги швидко вам показати, то ми зараз усе засвітимо. Ми ще не разу не робили. Це надо так... буде зняти, щоб ти включив. Як він робить? Та їй написати, да, він робить. Віта переживає дуже. Він працює чи ні? Говорить, хочу знати, хороша штука чи ні, щоб ми спробували включити. А то напевно. Воду не треба туди наливати? Надо, звісно. Надо, да? А, ну тут там і написано, що 4 літри було написано максимально. А, пшикає, ніфіга собі. Ну, увлажняє воздух. Я понял. І вот, і смотри, і все Ріта подобрала по цвету. Вона говорить, я знаю, що у вас білий стиль, поэтому все. Смотри, як стильно. І ще вона штучку, якусь машинку нам принесла. Машинку привезла. Есть она в тебе? Брить эти. Ноги. Катышки! Какие ноги? И тебя, кстати, надо попробовать на твоей красной кофте. Кстати, да. В общем, вот такая вся машинка, да. Это типа эти... Снимай с кофты, да? Брить катышки. Сейчас попробуем на вот этой твоей кофте. О, так тут только... Вот, а там их, да. Брить, не перебрить. А где? Сюда воткнуть можно? Так. В общем, тоже такую шлифту по цвету нам прислала сестра Гита. Ну, короче, увлеклась подруга. Да, да, помогай? А что, хочешь в катышках ходить? Не-не-не, это просто я так, что ты... Ну все, девочки, всем вам дякую, все, что дивишься наше видео. Мы дуже дякуем вам за подаруночки, Марина, Катя. Всі дівчатки, які нам присилають, ми вас всі дуже любимо. Ви наші умнички. Всім пока. І Давідик теж усе лежить, вже все засипає. Да, доча. Давай, папа. Так, ребят, в общем, будемо тестувати цю всю фішку. Можеш поближче там показувати, якщо треба, поки, блін, Давид лежить. В общем, наливаємо води. Тут треба 4 літра води. Зараз протестуємо його, як він взагалі працює. Він дуже легкий, дуже легенький. Він, мабуть, грам 50 важить. Главное, воду не налить у сосуди. Диви, класно. Рита говорила на единичку, это вроде троечка. О, пошло. Дивись. Сразу. А ну, потрогай его. Горячая или холодная, или какое? Вообще, холодный. Холодный? Тут получается 1 700 000, блин, у этих микроэлементов, они разбивают, короче, полностью ультразвуком в капельке. А как? Ну что-то оно так пшикает чуть-чуть совсем. Там... Чого чуть-чуть це все? Ну, я думала, високо буде, прямо на всю кімнату, а не так. Ну все.
Вот так штука класс. Мне нравится, как оно пшёт. Оно не так должно пшикать. Так должно, Ника. Оно так и должно. То, что ты там бачишь якісь відео, так, ты там... Так, відео оно пшикало прямо до потолка, блин, пшикало. Та ти, блин, побільш дивись, блин, на відео. Штука класна. Ну, если ты не умеешь разбираться, то так и скажи. А нахер, чтобы воно пшикало? От зачем? Ну, видео... Щоб тут робить сауну? Не, ну, значит, оно неправильно работает, если оно так не делает. Все воно робить так, як воно повинно бути. Я вже изучив, я подивився ролики, я перечитав повністю всю інструкцію. Ну, оно ж не так пшикало. Мне Рита скидывала видео конкретно этого, ну, как ты это? Сюда, встань. Подивись. Что посмотреть? Ну, оно не так должно. Дивись, как оно пшикает. Так оно пшикать должно воздух. Ну, типа, Ника, так не надо, то все бред. Сейчас оно автоматично. А что ж оно освежает пол? Який пол? Зараз воно набіжить на всю квартиру. Це то, що ти дивишся, то все бред. Смотри, як оно. Звук виключи. Смотри, як оно пшикає. Що воно пшикає? Ну, а це що по-твоєму? Да смотри, вот как сильно. Ну, та тут оно вообще еле. Ось все, смотри, як оно пшикає. Та Ніка, це то же саме, все пшикає тобі. Йо-моё, ну що за людина? Ладно. Сейчас я Рите сниму. То же самое. Сними видео, покажи, як воно. Ну, це ж вибираєш любий, да. Я зараз виключу. Дивись, як круто. Клас. Да? Очень красиво. Вообще крутяк. Да, даже не знаю, какой красивее. Все красивые. Друзья, вот такая у нас еще, короче, подсветочка. В общем, мы так сделали. Я так хочу, чтобы лето не кончилось. А тебе какая нравится? Мне синяя, вот такая, в синяя, чтобы... Ух ты, тоже классно было. Вот это? Нет, только что такая типа... О, вот это прикольно было. Вот это. Вот это очень круто. Хай будет. Класс. Я не знаю, как вам камера передає, але, блин, ну реально очень круто. Скажи. Да, Давида, что уснул. Уснув? Ну, потому що я йому бачу, що йому цей колір, короче, реально нравиться. Блін, прикольно. Скажи? Да. Дуже красиво. Якийсь би ще телек, фільм подивитися. Ну, клас, в общем, ця штука работає. Сестрі дуже велике дякую, я зараз напишу, тому що, ну, реально, це приємна штука. Клас. Вона ось сама автоматично робить і все.